Ну что ж, дорогие друзья, всем здравствуйте, я на своем новом проекте уже поднял 6000 кубков, пока дальше мы не продвигались, думаю, что сегодня будет стримчанский, думаю, что сегодня мы поднимем опять сколько от меня зависит, по максимуму, и есть небольшие изменения на аккаунте, а также в игре, сегодня был технический перерыв, и изменили немножечко баланс, ну то есть, если нажать на новости, я думаю, что про баланс можно почитать вот здесь. Вот. Ну, я не люблю все эти цифры, я не люблю подобные новости и не люблю мусорить вот эти все цифры, кому-то что-то снизили, кому-то добавили, если что-то глобальное, то, естественно, будут заголовки: «Этот персонаж больше не имба». Кстати, что это про 8 бит тут написали? А, это про респавн на его второй жизни, да, немножко пофиксили, ну да ладно, это все понты. Короче, друзья мои, про изменение баланса вы сможете чекнуть в вкладке «Новости». Самое интересное — это вкладка «Видео». Теперь ютуберы могут публиковать какие-то сюда ролики. Причем, ну, пока что здесь вы не знаете никого, наверное. Кто этот? Чифпэт, кто это? Лекс, Рэй, кто эти люди? Но на самом деле это все англоязычно пока, да, видосы. Скоро могут появиться ролики Аурума и ГХГ здесь, потому что они тоже в числе официальных ютуберов. Но это попозже. Друзья, на моем новом проекте Брок стал 9 уровня, и теперь, очень круто, я хочу вторую пассивку на него, где 4 ракеты он выпускает. Короче, сейчас его буду прокачивать, донатить и немножко открывать сундучки. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, рекламная пауза, и мы начинаем. Ну что, ребят, прокачиваю Брока на 9 левел. И он 9 уровня. Шикарненько. Так, дальше. Смотрите, в магазине есть особая акция на Леона, есть мегаящик, есть очки силы, которые я хочу купить, но куплю, наверное, попозже. По поводу акции на Леона, я сейчас разыгрываю, ребята, спайка, разыгрываю скины, участвуйте в конкурсе, кто еще не участвует, ссылка на инстаграм в описании, на лайв-канал тоже, просто подпишитесь и оставьте комментарий под последними постами. И все, на днях мы выберем победителей. Ну что, я, наверное, задоначу на мегаящик, на 3 мегаящика. Да вообще немножко задоначу. Поехали, ребят, задонатим немножечко, совсем немножечко, чуть-чуть, столечки, кукулечки. Сделаем открытие небольшое. А сколько задонатить? А давайте 950 геймов задоначу. А давайте, а чё бы нет. А давайте другую рамочку включим, а чё, тоже могу себе позволить. Вот такую вот рамочку, давайте. Ну что, 950 гемасиков, братья, как же классно, когда у тебя есть возможность пополнять себе, короче, пополнять свои эмоции разными новыми плюхами, это самое дорогое, что у нас есть. Ну что, твою мать, что я сделал, нахера я купил 950 гемов, ведь эта акция стоит отдельных денег. Фейл, ладно, 7 баксов наверх, поехали. Блин, вот это я лоханулся, кап здесь. Ну теперь другая рамка, меняем еще одну рамочку. Какая вам, кстати, рамка больше нравится? Вот эта с розочкой, боксершей? Или, точнее, нет, это не боксерша. Или боксерша, ну типа у нее новогодние перчатки. Или таз, короче, с логотипом холдик. Поехали, ящики. Давайте нам нового бойца, либо новую пассивочку. Давайте, не жадничайте. 3 мега ящика же, да, там будет? Ребят, поставьте лайк, пожалуйста. Подпишитесь на канал, если ждете новогодних каникул. Так, Ворон, Тик, отлично, Фрэнк, Мортис, Биби, окей, и еще один ящик, да? Да, еще один ящик. Так, Ворон, Рика, Биби, Спайк, Пайпер, и все. Так, ну, ничего нам не выпало, поэтому еще один ящик, поехали, открываем. Так, Джин, 8 бит, Фрэнк. Кстати, вот сейчас про 8 бит хочу вас спросить. Смотрите, друзья, 330 очков силы. Я думаю, на кого бы потратить? Я очень сильно хочу бита прокачать на 9 уровень, чтобы выбить на него пассивку. Но на него надо очень мало очков, а 330 тратить просто так не хочется. На кого потратить их? На того перса, на котором меньше всего, или же все-таки добить бита? Просто, блин, ну классно, посмотрите, какой проект получается, ребятки, почти все персы. Или все-таки купить Леона? Купить Леона, чтобы на этом аккаунте были 3 леги. И разыграть... Я его и так разыграю среди вас. Ну, я не знаю, если поставите много лайков, то куплю. Ладно, давайте немножко сундучков откроем. Хочу докачать свой аккаунт. Может, какие... О, да не, все, на бита уже смысла нету покупать эти очки.
Я думаю, что в одном из следующих роликов куплю на какого-то другого перса. Давайте прокачаем, может, какого-то еще перса докачаем, так как что, я зря задонатил. 8 бит прокачивается, друзья мои, смотрите. Боже, как это шикарно, как это шикарно. Скоро будет полностью фуловый аккаунт. Кто хочет этот аккаунт бесплатно, ребята, подпишитесь, чтобы потом не пропустить видос с розыгрышем. Потому что это мой, блин, один из лучших проектов, который я делал на... вообще... во время игры Brawl Stars. Потому что, ну, в рояле, конечно, конкуренция была у меня сильная. Кстати, чё, где? Потому что я там много разных интересных проектов делал, на мое мнение. Вот. Хочу пассивку на Брока! Дайте пассивку на Брока, серьезно. Но я буду открывать, пока не выбью пассивку на Брока. О, не, все, на бит уже скоро будет 9-й. Братья и сестры. Круто, круто, круто. Ну уже, давай, давай пассивку. Где пассивка? Пассивка, псивка. О, только сказал, где она. Ну блин, но это не та, которую я хотел. Я хотел 4 ракеты. Но в любом случае, в любом-то случае, это тоже пассивка крутая. Загораются ракеты, короче, я рад как ребеночек. Потому что, блин, ну реально, я так тешусь своими результатами. Блин, ну это круто. Я не думал, что вывезу. Понятное дело, что, блин, что сложного-то, донать и прокачивайся. Но реально, у меня просто есть разграничение там в бюджете, я где-то больше трачу, где-то меньше. Я не думал, что я реально, мне хватит моей, я не знаю, моих денег, которые я хочу на этот проект выделить, чтобы прокачать его вот так вот. Давайте эти сундучки тоже откроем. Ну все, я думаю, что остановимся типа на этом. На... Хотя нет, давайте потрачу до того момента, пока останется у меня 400 гемасов. Еще 100 гемов потратим. И оставлю я на покупку. О-о-о, вы видели, холдик, отстань. Вы видели. 4 осталось вот этих штучки. И все, и бит уже тоже будет на 9-й. Да ты шо, ля? Ты шо? Но я больше не буду сейчас тратить гемов, потому что я хочу оставить на покупку Леона и на покупку 330 тысяч очков силы. Вот. Давайте. Поставьте, пожалуйста, 349... Ой, 3... давайте, 34 тысячи лайков, и я покупаю Леона на этот аккаунт. Гемы не трачу специально, чтобы... ну, чтобы купить этого Леона вам. Ебо! Охренеть! Охренеть! Я тупо последний сундук открыл, и новая пассивка, ля! Какая лучшая пассивка, вот это или вот это? Я даже не знаю, я даже не знаю. Давайте протестим, чё, погнали протестим новые пассивочки, которые я выбил. Я рад, я счастлив вообще, настроение такое космическое. Так, он передвигается быстрее, да, на 10%. Чувствуются ли эти 10%? Ну, не особо. Ну, вот как 10%, да, а как, чтобы супер быстро он двигаться начал? Нет. Я, наверное, спайку проигрываю, да, вот на таких условиях. О, нихера, нихера себе, да стоит только попасть один раз и все. Офигеть, урон. Я всегда удивлялся урону кольта. Я думал, он, ну... должен меньше дамажить, но он офигеть как дамажит. Блин, я не хочу этот проект разыгрывать, он мне начинает нравиться, я начинаю кайфовать от него. Конечно, фуловый аккаунт-то стал, еще бы не кайфовать. Ну, 8000 теперь однозначно реальность. Фух, я думал, это робот сейчас появится здесь. Ребятки, приходим сегодня на стримчанский. О, там Дэрил, надо лучше соблюдать дистанцию, а то он, короче, ультанет меня и все, и капсда. Ну давай, тетя, выходи. Ладно. 6000 кубков сейчас. Осталось 400 трофеев. Мы возвращаем наш рекорд, который был до сброса сезона. До сброса кубка в сезоне. Но, опять же, надо поднять 7000. Поднимаю 7000, потом начинаю апать бита. А, мы затимились, да? Ну да ладно. Хорошо, давай, мы затимимся, потому что мне резона нету соревноваться с Дэрилом, так как он в любой момент может подъехать и убить меня. Ну, он в любом случае меня выиграть может, поэтому я с ним затимлюсь. Пускай мы будем на одной волне с ним. Оп, есть. Так, плюс 2 банка. Вот это я зря. Так, и Дэрил его убивает. Ну еще, как будем решать вопросы, Дэрил? Как будем решать вопросы? А, ну понятно, что их тут решать, я попадать не умею.
Он сейчас дождется, когда накопится ульта. И все. А, уже накопилась ульта. А я сделаю вот так. О, сейчас по нем бомбанет метеорит. Ну что ж, будем сейчас пытаться как-то что-то придумывать. Давай, метеорит, лупани. Да, сейчас накопим. Короче, 13 банок, я не факт. Не уверен, что выиграю. Но давайте сейчас попробуем что-то. Ну да иди сюда. Ты смотри какой. А, я понял твою тактику. Ждать пока дым. Угу. Я тебя понял. Ну все, и он выиграет за счет. О, так нифига. А, блин, если бы я попал, я бы выиграл. Ну, тактика у него такая себе, сомнительная. Ну ладно, плюс 8 трофеев. Я даже не знаю, какая лучше пассивка, ботинки или дальность стрельбы. Я не определил пока из этого поединка. Давайте еще на Броке сыграем. Брок-то теперь, блин, с пассивкой. Давайте вообще посмотрим на картину в целом. Ну, бита, тут 4 очка, мы его купим в магазине, либо с бокса выбьем. На кого потратить 330? Да на кого, либо на динамайке, либо на бита. Тут выбор невелик, то есть все, скоро все будут на фул. Ребята, вот это аккаунт, вот это... Блин. Я аж сам захотел поучаствовать в розыгрыше на этот аккаунт. Просто подпишитесь на канал и дождитесь, когда... Я этот аккаунт по-любому разыграю. А не знаю, может быть уже до Нового года новые проекты не буду мутить. Реально, может буду на этом аккаунте. Наверное, этот аккаунт я, ребятки, все-таки буду до конца вести. И под Новый год я вам его подарю. Ну, типа, я не успею сейчас новый проект забахать. Ну, серьезно, смотрите, уже 5 декабря. Господи, уже 5 декабря. Серьезно, вчера только 3 было. Не может быть вообще, что происходит. Леон, я бы тебе не рекомендовал, потому что ты меня бесишь. Хороший аргумент. Вот. 5 декабря. То есть, понимаете, мне какой-то новый проект замутить? Это надо буквально за 2 недели прям выкачать его там. Что-то такого сверхбыстрого у меня нету в мыслях. Есть проекты, но не на долгосрок. Поэтому я думаю, что я на этом проекте еще поиграю. Я прокачаю остальных персонажей. Я не буду на всех персах играть, но на тех, которых мне прям супер захочется. Ну, серьезно, это как, знаете, это как попить воды, когда тебя сушат. Это как на проекте без доната задонатить. Это то же самое, как на этом проекте поиграть на тех, на ком ты не мог играть. Это ведь круто, круто. Поэтому я думаю, что... так. Вау, она отхилилась, подлюка такая. Не надо было ультовать. Ой, не надо было ультовать. Минус 4. Ну что ж, погнали, отыграю эту катку и после этого буду завершать видос. Поехали. Надо отбить 4 кубка. Поэтому, наверное, я буду на этом проекте, даже после того, как апну 8000, буду еще Эмс апать. А, ну Эмс будет на первом уровне, мне это неинтересно будет. Блин, так круто. 5000 кубков, а уже фуловые персы. Классно. Так. Многие напишут, наверное... да понятно, взять теперь 8000 с такой прокачкой, еще бы не смог. Ну, ребята, сколько я смог взять с прокачкой 6-7 уровень, я поднял. Дальше уже реально приходится прокачиваться, потому что, ну, 800 трофеев апнуть там на лоу левелах сложновато для меня. Это сложновато для скилловых пацанов, а то для меня. Я что, не скилловый? А, Брок, а может затимимся? Блять, серьезно? Я 10-м подохну? Ты чё, Децл, блин? Сука. 13 кубков я слил. Хорошо, давайте хотя бы хоть столько. 700 верну. Вот это я заболтался. Вообще не понял, как... Сам того не понимаю, как меня зажали. Ну, падла, блин! Бомбануло у меня. В эти моменты мне хочется просто высказаться, блядь. Чё мне так горит, а? Чё мне так горит от вас, а? Ну, от игры... От игры в ШД, я имею в виду. А то вы сейчас подумаете, от вас, зрители. Не, ребятки. От вас не горит. Вы крутые. Ладно, ладно, все, затимились. Падла, нет, не тимимся. Сволочь. Я тебя понял, петух. Я тебя понял. Хочешь стреляться? Будем стреляться. Все, будем стреляться.
Так. Давайте забиваем этого петушару, блин. Меня, кстати, 100 проб хвалил за игру на броке, но пока что я недоволен своей игрой на броке. О, отхилилась, да? Или что у нее так много хп, я не понял. Я вроде зарядил в нее. До сих пор 10 бойцов. Что происходит? Алло. Так. Воробушек, мы в тиме, нет? Я так понял, нет. Ой, блять. Ну, хоть Шелли не крысит. Хоть Шелли не крысит. Текс, текс, есть. Есть контакт. Пойду заберу эту баночку. Ну, уже 3 баночки, найс. Так, ну Шельки я крысить не буду, она молодец. Оу, по-моему, ворону не повезло. Блять, в смысле не повезло в итоге мне? А-а-а! Горит! На кольте вообще на изи отыграл. Ладно, верну 70 кубков потом, потому что и так ролик уже 16 минут идет. Что-то с пассивкой я стал играть хуже на броке. Не, надо вернуть, камон, какие... Не-не-не, я перфекционист в этом плане, я должен вернуть. Я... 4 кубка, что на броке надо 700, что ровно 6000 будет. Не-не-не-не, надо вернуть, все, сейчас отыграю. Я не понимаю, какого я... Да ну шо, 8 банок у пацана было. Так все было нормально вроде. Просто воробей, блин, охеревший попался. Так, отлично, все, сейчас буду бомбить. Блин, бита бы поскорее бы прокачать на уровень 9. Ладно, давай затимимся. Ебой. Ебой. Так. 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 Пать там народу. Воу, воу. Салли Леон бегает, понтуется тут нам. О, как хорошо, что эти ракеты горят, да? Типа, даже если я не стреляю, то они могут коцаться от меня. Так, ох ты, блин, какой шустренький. О, все, и он теперь подсвечивается в темноте. Ой, поджопник мы ему дали. Ой, еще, блин, он выжил. Он реально выжил. Отвечаю, блин. Нельзя, он в инвизе, в инвизе. Кого он убил, ворона? Блин, 7 бойцов еще. 10 банок, охренеть. Этот Леон, он реально опасный, опасный. Его надо как-то будет истребить. Оп, есть. У меня ульта. Хорошо. Блин, ну у него много хп. По нему надо попадать прям четко. Да. Мне надо уходить, наверное, с центра. Плохая идея тут находиться. А, все, все, затимили, затимили. Все, все, базару нет. Вот с этим Леоном бы решить вопрос. 10 банок, падла. Воу, 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 воу. Леон, только не закрысь меня, я надеюсь на это. Фух. Леон не крыса, как мне повезло. Пиздец, блять. Он тупо за мной пришел. Я ему отвечаю, это тупо карма, он тупо за мной пришел. Не, я вот пока не верну 700 кубков, я ролик не завершу. Можете уходить, если устали смотреть, но это, походу, надолго. Не, нихера себе, блять, слышь, алло. Сука. Чё на кольте так легко было, а на броке не могу, блядь, выиграть катку нормально? Что происходит? Какого хера? То 8 банок меня ворон снесет, то 11 банок, блядь, Леон меня снесет. Почему меня? Вот в чем вопрос, блин. Ну там Леон, короче, да. Да. Ну ладно. Все, сейчас топ-1 беру. Отвечаю. Ну да, ну, Леон, серьезно, ты вот это сейчас ко мне идешь, блин, когда можно ворона убить. Ой, ну теперь я буду, Леон, к тебе идти. Что-то меня уже реально типать начинает. Блин. Давай затимимся кто-то с кем-то. Все, затимились. Так. Охренеть, что так сложно, ребят? Воу. Затимились. Принял, принял.
Так, хорошо, хоть не на меня. О, запушим. Так. Так. Есть. Ну, чё он не дамажит Динамайка? Объясните мне логику этого ворона. Чё он не дамажит Динамайка? А что я сделал? А, я хотел ультануть, я забыл. Во-во-во, уходим. Блин, я не могу затащить катку. Смотрите, до сих пор 7 бойцов. Офигеть, как потно. 700 кубков. Детка. Детка, 700 кубков. Я с вами, братья, братья. Блядь, опять! Опять шестым! Да твою мать, что за бесконечная игра? Да твою ж мать! Я затащу эту катку или нет? Я не завершу видос, пока не затащу ебучую катку. До этого момента уже никто не досмотрел. Фух. Фух. Это уже стадия вырубай, ребят. Вырубай видос. Сейчас в холдик будет материться. Нельзя. Блять. Ладно. Так, три банки есть. Так. Есть. Затимились. Давайте пэм-пэм-пэм-пэм-пэм. Убиваем пэм, да твою ж мать. Бейте пэм. Да твою ж мать. Ля. Фух, мне надо водички попить. Отойду, а то голос пропадает. Ребята, это сложный видос. Двадцать две минуты. Кто же его до конца-то смотреть будет? О, ой, нет, ульта. Ну, как вы думаете, на кого прыгнет Брок? Ой, Прима, на меня. Прям мне на лицо прыгнет. Так, мы с Битом в тиме, нет? Да, в тиме. И в теме, и в тиме, короче. Где тут примат с ультой? Еще лагает Wi-Fi. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я взял топ-2. Тут примат с ультой сейчас, чё? По-любому на меня сейчас сиганет. Мы убьем этого примата, надеюсь. А, там этот, примата уже в помине нет. Ёпта, там вообще похороны какие-то. Бля, я понял тебя, я тебя понял. Ты уже не хочешь сотрудничать со мной. Но я уже как минимум... А, о, остался бык, Динамайк. Да. Забрасываем. Давай, давай, топ-2 хочу, топ-2 хочу. Отлично. Мансим. Жалко. Ну, ровно 8 кубков. Господи, сколько мне пришлось играть, чтобы слить, а потом вернуть. Ровно 700. Фух, ребята, короче, будет жарко на стриме, приходите. Буду апать. 8000. Фух, осталось 5 персонажей, которые на фул прокачать, и будет жарко. Всем спасибо за просмотр. Кто досмотрел до этого момента, напишите слово. Кайф смотреть видосы до конца. Не слово, а предложение. Кайф смотреть видосы до конца. Вот я пойму, что, блин, 25 минут вы потратили на то, чтобы посмотреть до конца ролик. Огромное вам спасибо, уважуха, люблю вас, лайк вам. Спасибо, до новых встреч, скоро увидимся.